Если просить, то просить только разума. Только разума. Будете разумным человеком, все остальное приложится, получится. Поэтому я всегда прошу разума у Бога. Дай мне его, Господи. Дай мне его. Что тоже бывает, как что вытворю. Что, не успела помыслить? А спешка-то нужна у нас в двух случаях. Сами знаете, при каких. Вот. Не помыслила, не подумала. За что боролись, на то и напоролись. Все. Хорошо поужинать. Я не могла этого позволить себе сделать раньше, потому что будильник поднимал меня в 5:30, в 6, чтобы ехать на вокзал, встречать конкурсантов. Приходилось спать 1.5, может быть, 2 часа, а то иногда совсем не получалось. А теперь я заткну уши берушами. Я надену для сна очки, чтобы рассвет меня не разбудил.